Добрый вечер. Вот человек интересовался обустройством цеха. Я сейчас покажу. Может быть, полезно будет. Так. 6х3 помещение. Здесь мойка, ванна для разморозки, для мойки. Это вешало. Здесь стекает продукция. Ну, отопление, естественно. Осушитель вот на 30 квадратов, но можно помощнее. Недостаточно, мне кажется. Морозильный ларь, ШВС, рабочий стол, коптильня, вытяжка. Рядом с коптильней под наклоном чуть-чуть, вот для мойки, чтобы удобно было. Второй рабочий стол для хранения продукции. Ну, недостаточно этого холодильника. У меня, правда, еще погреб есть. Обязательно кондиционер, если летом красную рыбу делаете. Стабилизатор, отопление, ну это тут чай попить. Ну, в общем, вот такой цех. Ну, в принципе, работа комфортная, но для больших объемов, мне кажется, недостаточно такого цеха.